15 августа у причальной стенки Одесского морского вокзала пришвартовался учебный парусник военно-морского флота Италии «Баркентина Полинура». Это первый его заход в Одесский порт. Корабль пробудет в городе до 19 августа. С какой целью к нам зашел грациозный итальянец, какова его история, знает Анатолий Косин. «Баркентина» – это судно с прямыми парусами на передней фок-мачте и косыми латинскими парусами на двух других – «Грот» и «Бизань». Строился парусник «Полинура» во Франции в 1934 году. После покупки в 50-х годах для нужд ВМС Италии был переоборудован в учебный парусник. Сегодня на нем проходят практику 33 курсанта второго курса – будущие старшины. Есть и парни, и девушки. Все трудятся на равных. То, что мы пытаемся им тут передать, помимо своих знаний, помимо знакомства с профессией морехода, это поставить их на грань их возможностей, попробовать по максимуму их силы. У них много работы, много практики, живут в очень небольших помещениях. Мы пытаемся сделать так, чтобы они могли приспособиться к любым условиям, воспитали в себе командный дух и были готовы к испытаниям. Корабль назван в честь персонажа античных мифов, комчего героя Энея, Полинура, символа безграничной преданности. Девиз корабля, скорее пожелание, попутных ветров. Цель захода в порт – не просто познакомить курсантов с близкой по духу культурой Одессы и Украины, не просто расширить их кругозор. Запланирован визит наших курсантов на факультет военно-морских сил Украины при Национальной морской академии в Одессе. Но скажу больше. В прошлом году на борту именно этого парусника проходили практику два украинских курсанта факультета ВМС. А в этом году на другом нашем паруснике «Америго Веспуччи» проходят трехмесячную практику три ваших курсанта. Это большая честь для меня находиться на борту корабля «Полинура», потому что благодаря пребыванию на нем я понимаю, насколько проста моя работа в Украине. Визит этого корабля – момент консолидации отношений между Украиной и Италией. Немного раньше мы принимали на борту командующего ВМС Украины чиновников, поэтому, как видите, дипломатия проводится и благодаря таким мероприятиям. Визит этого корабля – еще один шаг вперед в теплых и дружеских отношениях между нашими государствами. В Одессе корабль пробудет до 19 августа. В определенные часы он будет открыт для свободного посещения. График можно найти на официальном сайте города. А после окончания своего учебно-дипломатического визита Полинура отправится в румынский порт Констанца.